Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших детских колясок до 30 тысяч рублей на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. Коляска Happy Baby Mammer Pro предлагает комфорт и безопасность для малыша с первых дней жизни. Она включает в себя просторную люльку для новорожденных и удобный прогулочный блок для детей старше 6 месяцев. Одним из ключевых преимуществ является возможность установки съемного блока люльки лицом к родителю или по ходу движения, что обеспечивает максимальное удобство и гибкость в использовании. Коляска оснащена телескопической рукояткой с 4 положениями по высоте, что позволяет легко настроить ее под рост родителей. Для безопасности малыша предусмотрены 5-точечные ремни с мягкими накладками, съемный бампер и стояночный тормоз, блокирующий оба задних колеса. Также в комплект входит чехол на ноги для люльки, дождевик и москитная сетка. Передние колеса поворотные с возможностью фиксации направления, а задние колеса оснащены резиновыми покрышками и вспененным эво-наполнителем, что обеспечивает плавный ход и амортизацию даже на неровной поверхности. Большой капюшон с козырьком и смотровым окном защищает ребенка от солнца и позволяет следить за ним во время прогулки. Happy Baby Mammer Pro – это отличное сочетание функциональности, безопасности и комфорта, подходящее для ежедневных прогулок как в городе, так и на природе. В описании под видео я оставила для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Easy Walker Mili 2 – это легкая компактная коляска, идеально подходящая для путешествий и городских прогулок. Одним из главных ее преимуществ является возможность складывания одной рукой, что делает ее удобной в использовании в общественном транспорте или при путешествиях. Коляска весит всего 7 кг и может легко помещаться в багажное отделение самолета. Правда, не забудь предварительно проверить совместимость с авиакомпанией. Ткани коляски изготовлены из переработанных пластиковых бутылок, что подчеркивает экологичность продукта. Они водоотталкивающие и обеспечивают защиту от солнца с уровнем UPF 50+. В комплект входит сумка для транспортировки и дождевик, что добавляет удобства при использовании в любых погодных условиях. Среди недостатков можно отметить отсутствие регулируемой по высоте ручки и ограниченное пространство для хранения. Несмотря на это, Mili 2 остается отличным выбором для активных родителей, ценящих удобство и экологичность в одном устройстве. В целом, Easy Walker Mili 2 – это надежная и стильная коляска, которая обеспечит комфорт и безопасность твоему малышу во время прогулок и путешествий. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Коляска Indigo Desire 3 в одном представляет собой универсальную систему, которая включает в себя люльку для новорожденных, прогулочный блок и автокресло. Это позволяет использовать коляску с самого рождения и до 3-4 лет. Люлька просторная и подходит для малышей до 6 месяцев. Прогулочный блок можно устанавливать как лицом к родителям, так и по ходу движения, что удобно для более старших детей. Одним из главных преимуществ этой коляски является ее функциональность и возможность использования в разных режимах. Она оборудована амортизацией на всех колесах, что обеспечивает плавный ход даже на неровных дорогах. Большие задние колеса и поворотные передние колеса делают коляску маневренной и удобной в управлении. Комплектация включает в себя все необходимые аксессуары для комфортных прогулок – дождевик, москитную сетку, сумку для мамы и чехол для ног. Это делает коляску удобной в использовании в любое время года и при любых погодных условиях. Среди недостатков можно отметить ее вес, который составляет почти 15 кг, что может быть тяжеловато для некоторых родителей при подъеме по лестницам или переноске в общественном транспорте. Однако для большинства пользователей эта коляска станет надежным помощником на долгие годы. В целом, Indigo Desire 3 в одном – это отличное решение для тех, кто ищет универсальную и надежную коляску для своего ребенка, обеспечивая ему комфорт и безопасность на каждом этапе его развития.
Коляска Carella Ultra CRL5525 – это универсальная прогулочная коляска, идеально подходящая для использования в любое время года. Она оснащена реверсивным сиденьем, которое можно устанавливать как по ходу движения, так и лицом к родителям, что позволяет адаптироваться к потребностям малыша и удобству родителей. Одним из главных преимуществ этой модели является ее способность выдерживать вес ребенка до 22 кг, что делает ее идеальной для длительного использования. Система амортизации на всех колесах и возможность регулировки спинки в трех положениях обеспечивают комфортный сон и прогулки для ребенка. Коляска также оснащена защитой от солнца SPF 50 и водоотталкивающими тканями, что делает ее отличным выбором для различных погодных условий. Кроме того, Carella Ultra легко складывается книжным способом и занимает минимум места в сложенном виде, что удобно для хранения и транспортировки. Одним из недостатков может быть вес коляски в 12,5 кг, что может показаться тяжелым для некоторых родителей при частом подъеме по лестницам или переноске на большие расстояния. Однако, благодаря своей функциональности и надежности, эта коляска становится отличным выбором для активных семей, которые часто находятся в движении. В комплект коляски входят дождевик, москитная сетка и чехол на ножке, что делает ее готовой к использованию в любых условиях сразу после покупки. BabyZen Yo-Yo Air France – это ультракомпактная коляска, идеально подходящая для путешествий. В сотрудничестве с Air France BabyZen создали стильную и функциональную коляску, которая легко складывается одной рукой и соответствует требованиям ручной клади большинства авиакомпаний. Коляска весит всего 6,2–6,6 кг и в сложенном виде занимает минимум места, что делает ее идеальной для городских условий и путешествий. Одним из главных преимуществ является ее способность превращаться в полный комплект для путешествий. Можно добавить люльку для новорожденных, автокресло или дополнительные аксессуары, такие как подставка для ног и подстаканник. Коляска также обладает системой амортизации Hytrel Elastomer и уникальной системой Soft Drive, что обеспечивает плавный ход без необходимости блокировки передних колес. Несмотря на свои компактные размеры, BabyZen Yo-Yo Air France предлагает хорошую защиту от солнца и дождя благодаря водоотталкивающим тканям и комплекту дождевиков. Коляска также оснащена удобной ручкой из искусственной кожи, ремешком для переноски на плече и подстаканником для хранения мелочей. В целом, BabyZen Yo-Yo Air France – это отличный выбор для активных родителей, которые ценят стиль, компактность и удобство в путешествиях. Коляска Joy Evolite Duo – это легкая и удобная тандемная коляска, идеально подходящая для семей с двумя детьми разного возраста. Основным преимуществом является компактность и легкость управления, благодаря весу всего 10,5 кг. Коляска легко складывается одной рукой и занимает мало места в сложенном виде, что делает ее удобной для хранения и транспортировки. Заднее сиденье подходит для новорожденных, так как его можно полностью разложить, а переднее сиденье предназначена для детей от 6 месяцев и старше. Оба сиденья оборудованы мягкими ремнями безопасности с 5 точками крепления и регулируемыми подножками для дополнительного комфорта ребенка. Большая корзина для покупок и аксессуаров делает эту модель практичной для повседневных прогулок. Некоторые пользователи отмечают, что коляска может быть немного длинной и неудобной для маневрирования на неровных поверхностях. Однако она отлично подходит для городских условий. Компактные размеры и легкость позволяют легко перемещаться по узким проходам и общественному транспорту. В общем, Joy Evolite Duo – это отличное сочетание цены, функциональности и удобства, идеально подходящее для активных родителей, нуждающихся в надежной коляске для двух детей. Carella Brava Plus CRL5515 – это удобная и функциональная прогулочная коляска, идеально подходящая для ежедневного использования. Одним из главных преимуществ этой модели является легкость и компактность. Вес коляски составляет всего 10 кг, что делает ее легкой и маневренной. Коляска складывается книжным способом, что удобно для хранения и транспортировки. Коляска оснащена резиновыми колесами с амортизацией, что обеспечивает плавный ход даже на неровных поверхностях.
Регулируемая спинка имеет три положения, включая полностью горизонтальное, что позволяет ребенку комфортно спать во время прогулки. Материалы коляски включают водоотталкивающие ткани с защитой от солнца UPF 50+, что обеспечивает защиту ребенка в любую погоду. Карелло Браво Плюс также оснащена большой корзиной для покупок, что делает ее практичной для использования в городе. Текстильные элементы легко снимаются для стирки, а прочная алюминиевая рама обеспечивает долговечность и надежность конструкции. В целом, Карелло Браво Плюс – это отличный выбор для родителей, которые ищут легкую и функциональную коляску для ежедневных прогулок. Она сочетает в себе комфорт, безопасность и стильный дизайн, что делает ее привлекательной для современных семей. И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео. Проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовила. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!